Всем привет! Решил я все-таки додавить кампанию «Битвы за Сталинград», несмотря на предыдущий незасчитанный вылет. Ну, вот с Ахтубы нормально. Ну... Что называется, повторим. Потому что здесь есть еще что открывать. Я решил уже это жать. Так, 5 секунд, 75%. Вот бомбардировка моста, который у нас в прошлый раз не получился. Ага. Вот мы чем будем бомбить мост. Да ладно, нормально. До цели 60 километров. В прошлый раз как-то бомбу я потерял по дороге. В этот раз надо реабилитироваться. Вряд ли, конечно, с 3 километров я в мост попаду. Но спикировать и положить 500 килограмм ничего не мешает. Так, время полдень, 5:10. Высота подхода к цели 5 километров. Разрушить или повредить. И эти 5 километров высоты мне предлагают набрать за неполных 9 минут. Мост тот же самый. Прекрасно. Там очень характерный изгиб. Так, летим 241, там 286. Побежали. Вот мне интересно, пешка когда стоит на трех точках, ее колбасит только так, только хвост поднимаешь, все. Нормальный самолет. Так, 284. 254. Так, не так быстро. Не так резко. Я один иду. Так, и моментально двигатели перегреты. Погода хорошая, можно попробовать и 500 килограмм закинуть с горизонта. Уберись. 241.
Так, время 10 минут было, я взлетел. То есть я через 5 минут буду уже на территории противника, у меня высота еще 300 метров. Поддам газку. Больше скорость, меньше ям. Лучше обдув. Все-таки сбавлю. Карпимся мы и так хорошо, а температура слишком близко к 120. И прикрышки у меня нет. В эфире тишина. Не остываю никак. Может, немцев не будет в воздухе, может, у них обед. Так, 30 что-то я совсем загнул. Да нет, нормально. Обороты чуть снизил, думаю, они самый сильный вклад вносят в рост температуры. Она потихоньку падает. Мы потихоньку карабкаемся. Так вот, над этими островками у нас скоро точка будет поворота.
О, какая красивая зеленая засветка была. Так, температура снижается. Высота набирается. Нагнетатель переключается. Маршрутная точка пройдена. Так. 286 теперь. Блин, ну грандиозно все. Аж мороз так пробирает. Один в воздухе в самолете. Нормально. Сейчас трешку наберем, потом буду смотреть бомбовый прицел уже. Хотя тут времени может не хватить. Я набираю это медленно. Несмотря на то, что уже высота почти 3 километра, тут охлаждение это должно быть поэффективнее. Три никакая не магическая высота, просто я так для себя решил, 4 слишком много, то есть нереально набрать не более 5, как они сейчас написали в миссии. А на трех и еще что-то на земле видно, и мелкокалиберные зенитки уже не достают. Так, потихонечку растем, но это не страшно. Да, на этом аэродроме нам не надо пролетать. С 3 километров нормальная видимость. По идее, даже машинки можно увидеть, я думаю. Штурман, ты бдишь? Бди. Да, правильно я сделал, что это SSAO отключил. То есть полноэкранное сглаживание. Малюсенькие лесенки появились. Это намного меньшее зло, чем невидимая наземка. Так, сначала смотрим карту. Ну, мы идем, но идем плохо. Ну, сейчас у нас есть время поправить.
Так, высота 3200. Скорость 300 ровно. Погода на высоте 3 километра. 14 метров в секунду, 233. Скорость 14. Так, 233. У нас сейчас 280. То есть она нас бьет в левый... Вот сюда она... Сорок... 45 тут нормальное деление. Вот так это все выглядит. Так, все, видимо, населенный пункт. Ага, это уже наша точка. И вон он, мост. Эх, криво заходим. Но на самом деле вот это идеальный ракурс для захода, потому что когда кидаешь строго вдоль моста, заходишь чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, и ты уже промахнулся. Когда заходишь наискосок, получается проекция моста больше, и попадешь, может быть, там не в первый пролет, а в последний, но... Попадание должно быть... Так, неужели? Чуть-чуть. Но это же не он, вот он, я промахнулся. Так. Унесло опять. С воздушным тормозом надо бы, конечно, это все делать. Разрывы уже с зенитки стреляют. Вот, по первому прицелу было нормально вроде бы. А переключился на бомбовый, и все, даже близко нету. Вон она палит. Так, ушла одна. Ну, уже зенитка стреляла, она по мосту попала, то есть засчитали, как и в прошлый раз, миссию. Мы не будем полагаться на волю случая. И продублируем. Да. Уничтожил автомобильный мост. А это говорит о чем? О том, что следующий будет мост железнодорожный.
Эх, чуть-чуть, по-моему, перебросил. Да, этот уцелел. Ну и ладно. Один зато честно вынесли. Ух ты, это чего? Так, куда отходить? Надо набирать очки, а то за один мост там дадут 10 очков. Не разглядел, есть там ПВО, нет ПВО на этом. Заглянем сейчас еще на один. Хорошо бы добавить скрипты, чтобы взлетали они. То есть вот я сейчас этот мост атаковал, сигнал на один из этих аэродромов подошел, и чтобы я вот пролетал, и они взлетали. Это было бы очень атмосферно. Ему не летит ничего. Ой-ой-ой. Накаркал.
Может, это, конечно, наш? Так, еще один аэродром. Прятался один. Надеюсь, попал. Вон, сейчас уже точка отхода будет. Можно уже по приводному маяку идти. На железнодорожный мост надо было чуть покруче заходить. Тогда бы попал. Не видать отсюда есть, там нет кто. Ну, мы есть в первом ряду. Даже два. А, они все забитые. Один горит. Что ж, 4 раза написали. Стрелок, что ли, еще стрелял? Не пойму, что за звук. Или по мне... Кто-то стреляет. То ли стрелок.
Отсюда уже даже пожара не видно, все ради оптимизации. Вообще тишина. Шел ежик, шел и никого не встретил. Так и непонятно, что там за истребитель был. Он, это, наверное, прикрышка все-таки моя. Ага, точно. Як, по-моему. По голове як. Вон, вижу аэродром. Так, захожу неправильно, потому что ветер как раз мне в спину. Но лучше по ветру, чем против солнца. Так, щитки посадочные, шасси вышли. Практически пикирую, скорость 200 держится, то есть отличная эффективность закрылок. Так, выравниваемся. Гасим вертикальную. Касание. Все, как скорость упала, началось. В
Лучше не трогать. Хочет крутиться, пусть крутится. Потом кривовато стоим, по-моему. Но мы дома. Мост нам в плюс. Я, если это последний месяц, то я считаю, что мы хорошо закончили третью главу. Айда смотреть. Так, задание выполнено. Чуть-чуть не дотянули. Ага, с Левой. Новая схема раскраски. Штурм города, да, глава закончена. Большая медаль. Штурм Сталинграда, видимо, за все три главы. Строение, это, видимо, мост. 7, это вот самолетики. Ну, в общем, отыгрались мы за предыдущий вылет, все прошло нормально, засчиталось. Главу прошли, следующие будут зимние. Так что спасибо, кто все это время смотрел, переживал, советовал. Считаю, что отлетали достойно первую часть. Многому научились, зимой уже будет легче. А сейчас всем хорошего. Удачи и пока.